Одно из первых решений нынешней сессии – заключение договора об установлении партнерских отношений между Одессой и Батуми. Договора о дружбе, развитии деловых и культурных связей нашего города теперь будут приниматься коллегиально, а не единоличным решением кого-либо из городского руководства, подчеркнул городской глава. С принятием устава города, который мы вместе с вами приняли, эта процедура, сегодня мы должны пройти эту процедуру и определять, с кем выстраивать партнерские отношения. Определять города-побратимы. Теперь будет сессия городского совета. Вот сегодня, наверное, впервые такая процедура происходит, когда мы вместе с вами определяем нашего партнера. Решение принято. Спасибо большое. Я уверен и надеюсь, что произведение преобразования в Батуми, в Грузии, по наведению порядка и внешнего облика Батуми изучим и будем внедрять в Одессе. Еще один важный вопрос повестки дня касался функционирования программы «Безопасный город», что особенно важно в нынешних условиях. Вопрос на сегодняшний день наиболее актуальный, поскольку этот вопрос касается программы «Безопасный город». Очень важная и нужная программа сегодня. Сегодняшние вызовы диктуют нам с вами новые подходы в работе. Ситуация в стране, о которой мы все знаем, сегодняшнее безобразие в городе диктует нам свои условия. И мы должны оперативно на них реагировать. Данным проектом решения 7.3.10 я считаю, что мы решим многие вопросы по наведению порядка и обеспечению безопасности граждан в нашем городе.